Все ждали от Asus новых смартфонов, планшетов, ну, может быть, ноутбуков, но уж никак не робота по имени Zenbo. Когда он на своих небольших колесах выехал на сцену, шума было больше, чем после презентации Zenfone 3. Ну, а после приветствия синтезированным голосом, так и вообще все растаяли. Кто-то должен был сделать это первым. В смысле, перейти уже, наконец, от обычных гаджетов к роботам. 30 мая 2016 года можно смело считать поворотным днем в истории потребительской электроники. Роботы, благодаря Asus, пошли в массы. На мой суровый взгляд, выглядит Zenbo довольно наивно. Мультяшные большие глаза, мимика пушистого зверька, высокий, слегка роботизированный голос — это все скорее похоже на игрушку, чем на классического робота. Но, возможно, на это и есть расчет. Что-нибудь антропоморфное и серьезное — это пока слишком страшно. Вот когда все привыкнут, тогда можно и посерьезнее что-то представлять. А пока получите гибрид старого iMac и плеера Sony Rolly. Обзавестись таким зверем, между прочим, будет не так уж и сложно. Стоит он всего 599 баксов, что для реального аналога пиксаровского Валли, по-моему, вполне вменяемо. До сообразительности такого робота-уборщика этому еще далеко, но кое-чему и его научили. Напрямую не сказали, но кажется, за распознавание голосовых запросов отвечает ассистент Google. Во всяком случае, звук после получения команды Zenbo издает точно такой же. Робота можно попросить включить телек, стримить на него фото и видео, звонить другим людям, потанцевать или поиграть с детьми. Он знает, где его база и по команде может отправиться туда заряжаться. Умеет распознавать лица и может, например, следить за пожилыми людьми, а в случае чего позвонить в службу спасения и родным. Нужно только, чтобы бабушка с дедушкой носили на руке умные часы. Ну а самое главное, что вам стоит знать о роботе Zenbo, то что, говоря о нем, люди используют слово «he», то есть «он», то есть одушевляют его, то есть начинают привыкать к миру, где помимо живых существ есть и искусственные. Ну а дальше будет только интереснее. Аналогичные роботы компаний-конкурентов — это просто вопрос времени. We'll be right back.